Смысл в чем? Смотрите. То есть, когда он захватывает, ваши руки его не держат. Он начинает движение. То есть, просто, на самом деле, чуть-чуть придержал. И нога идет к его ноге. Поворачивайся, например, к ноге. А эта рука делает замах. Просто вот. То есть, ничего там не давит, никаких. Здесь идет ситуацию. Видите, да, время есть. То есть раз. И обычным разворотом полностью мы разворачиваемся, делаем. Видите, можно, конечно, сверху вниз. Но для раза более эффективно дать ему снизу вверх по кругу. Так вот. Понятно? Mm-hmm. То есть еще раз. Он начинает движение. Руки. Руки, ноги. То есть вниз положить. И потом меняешь положение на протокол. И точно, если будешь атаки, то есть ты ведешь просто по дуге меч. И разворачиваешься. Либо колешь, либо рубишь. То есть вытаскивание не вверх просто, а вверх по дуге в эту сторону. То есть раз, и либо отсюда, либо. Это уже практически не может особо тебя бросать. Да. И ты вот, ну, то есть раз, руку подал, то есть отсюда уже можно провести швуху. То есть либо пойти и отсюда уколоть, либо просто прорезать его насквозь. То есть попробуйте просто на самом деле упираться. С кольцукой, да, и упираться ему в сетибацию и отсюда начинать какие-то телодвижения, можно понятно, что дальше делать. И поворотом выходите на позицию для нанесения отсюда. То есть отжали таз в сетибацию от себя вниз, повернулись